Всем привет! Сейчас раннее-раннее утро, и я договорилась, что нас кое-куда пустят. Так куда? Ты так и не сказала, Аня. Это же огромнейший аквапарк! Все горки будут работать только для нас, ты прикинь! Вот, смотрите, даже на ресепшене вообще ни души! Никого нет! Обалдеть, еще никто даже на работу не пришел, а мы уже сейчас будем кататься! Договорилась? Конечно, договорилась. Точно? Точно, точно. Не как с парком. Нет, нет. Не как с батутным да центром. Нет, нет, точно договорилась. Нас сейчас пустят. Наверное, не знаю. Вон, вон, смотри, вот он вход. А почему там свет не горит? Да не знаю. А, дверь открывается, все, я же говорю, нас ждут. Пойдем. Ань, тут закрыто. Да и что, смотри, как надо. Ну, почти. Я, пожалуй, более традиционным способом. Пойдем, пойдем быстрее. Мама! Только посмотри, даже тут нет никого. В кассе вообще пусто. А если кто-то в спа спит, отдыхает? Да никого там нету. Это же пустой аквапарк, он весь только для нас. Пойдем скорее одевать купальники, мне уже не тебе. Я чувствую подвох. Нет, 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 идем, идем, все. Ань, а какой шкафчик брать? Да вообще любой, тут же вообще никого нету, смотри. Все пустые. Выбирай, какой хочешь. Та-дам! 847. 841. Ань, смотри, вот вход. Точно, я думала, как здесь войти. Пойдем скорее. Ань, я боюсь темноты вообще-то. Пойдем, пойдем, что ты боишься-то? Ну, тут темно очень. Господи, это душевые. Ань, здесь швабра. Здесь две, тут швабры. Здесь есть люди. А вот тут нет людей. Офигеть, сколько здесь всего. Аня, хочу туда. А я сюда хочу. Смотри, какая огромная махина. Это туалет. Почему? Он так называется, туалет. Серьезно? Да. Блин, офигенная горка. Сейчас снимать будут, как в туалете. Круто. Все, идем. Я уже хочу все опробовать. Ну идем, идем, давай. Наконец-то устроился на работу своей мечты. Только посмотрите, сколько здесь всего. Какие у меня теперь возможности открываются, а? Как же здесь хорошо-то. Ах, красота. Хорошо, что плавочки взял. Хотя нет, мне ж нельзя купаться. Правилами-то запрещено. А, как хочется-то! Хотя нет уж никого. Ладно, пойду пока осмотрюсь, на свои владения посмотрю. Обалдеть, как же тут красиво! Ань, давай сфоткаемся, вон, фотозона есть. Марион, люблю тебя! Слушай, офигенно, пойдем! Обалдеть, какая же тут красота! Он такой большой! Вообще гигантский! Цветной! Смотри, я вижу лежаки! Давай на них сядем! Идем купаться! Нет, давай сядем на лежаках, пожалуйста! Ох, красота! Надеюсь, сегодня пройдет все без происшествий. А, наконец-то! Никого нет, меня никто не увидит, и блогеров этих нету. Красота! Как же хорошо, мама! Что? Мне кажется, ли это снова тот же охранник? Не может быть! Это же те самые блогеры! А я в воде! Блин, они увидели меня, что я тут развлекался, в бассейне купался. Надо как-то договориться, что ли, с ними. Я же не перенесу потерю еще одной работы. Аня, он идет к нам! Я знаю, все, все будет в порядке, не паникуй. Опять вы, блогеры. Эй, нам вообще-то тут разрешили. Вот именно. Так, ладно, давайте договоримся. Я разрешаю вам здесь везде находиться, а вы не видели, что я тут купался. Эй, а горки? Мы вообще-то сюда за ними приехали. Они такие большие, красивые. И крутые. Ладно, можете скатиться. Только один раз. Сколько? Один раз? Да ладно, ладно, пойдем. Пойдем, он сразу ничего не узнает. Вау, Маш, смотри, какая крутая. Я сразу ее приметила. Хочу на ней первой скатиться. Так, а где на нее вход? Кажется, там. Что-то высоко. Я не пойду. Нет.
пожалуйста. Не поминайте Лику. Аня, я люблю тебя! Ватрушка нужна. А, мы что, вдвоем можем поехать? Да. Погнали за ватрушкой. А я. Пойдем. Ну что, кто первый поедет? Давай я. Давай, залезай. Папа-ра-папап. Так. Ой, водичка тепленькая. А я помещусь в этот круг? Конечно. О. Пожалуйста, мадам. Так. О, я куда-то провалилась. Папочки. Папу подними. Вот визжат, а? Не, ну горки-то тут, конечно, классные. Я бы тоже покатался. Кстати, они который раз уже съезжают. Я ж один только разрешил. У меня появилась отличная идея. Я слушаю. Короче, давай устроим челлендж. Кто быстрее проплывет этот бассейн до вон той красной полоски, тот получит офигенный приз. Какой? Сертификат на бесплатное посещение этого аквапарка. Он будет моим, я занималась плаванием. Кажется, у меня нет шансов. Но все равно, ради этого приза я буду бороться до последнего. Раз. Два. Три. Челленджа. Серьезно, какая? Идем, расскажу. Пошли. Видишь эту горку? О, нет, Маш, ну. Да. Я думала, ты про нее не скажешь. Как я могла про нее не сказать? Короче, суть челленджа такова. Кто катится по этой горке и не закричит, тот получит 5000 рублей. Я хочу 5000 рублей, но крик всегда вырывается из меня. Вот закрыт бур! Аня, не переживай, мы пойдем туда. Нас же ничто никогда не останавливало. Может быть, не в этот раз, а? Идем. Пойдем, Ань, не бойся. Блин, ну почему вечно так? Маша, мне страшно, почему я еще и первая еду? Ладно, была не была. А ты помнишь, что кричать не нужно? Ай, Маш, давай ты вперед, я назад. Ну давай. Три, два. Не, ну вы посмотрите на этих блогеров, а? Резвятся там, веселятся. Я вообще тоже люблю купаться, вообще самое мое любимое занятие. Все, я все проиграла. Господи, все проиграла я. Фух, Аня, надеюсь, ты не будешь вкладывать это позорище? Ну не знаю, буду. Ну, Ань, что? Надо. Ну ладно, хорошо, я подумаю. Обещаешь? Ну, обещаю подумать. Ну, а... Не знаешь ли, охранник наблюдает за нами? Понятия не имею. Ой.
А, нет, так, при свидетелях я купаться не буду. Сколько время? Пора уже выгонять этих блогеров. Надо и самому повеселиться успеть до открытия. Так, все, блогеры, время вышло. Давайте, выметайтесь отсюда. Эй, как уходите? Нам до открытия разрешили здесь находиться. Вообще, да. Они разрешили, я запретил. Сейчас я тут главный. Все, выметайтесь отсюда. Ладно, ладно, уходим мы. Ань, что, реально уходим? Да нет, пойдем. У меня есть идея, я кое-что придумала. Смотри, мы сейчас здесь спрячемся и проследим, что охранник будет делать. Ань, зачем ему лишний раз? Не божить. Нормально все, слушай меня. Да, ушли вроде наконец-то. Ну, все, настало теперь мое время. Шапочку забыл. Красота! Обожаю парк. А, как хорошо, что они ушли. Весь парк в моем распоряжении. Никто не узнает, что я тут плавал, правила нарушал. Вон он, смотри, купается! Ага. Он же сказал, что ему нельзя! Вот проказник! Слушай, у меня идея есть. Давай его заснимем. Точно, это же гениально! Машка, молодец! Все, теперь у меня есть на него компромат! Да подожди, Ань, давай с ним, как он в горке скатывается. Точно! Времени уже осталось совсем немного, а я давно хотел прокатиться с той горки. Вот, с этого и начну. Это что? Те самые блогеры были? Блин, вот это я попал! Что ж теперь делать-то? Что? Что? Ай, у меня камера, кажется, была! Ты что? Блин, вот все! Теперь опять уволят! Блин, я еду задом наперед! Ну что ж, вот это... Опять невезуха! Ой! Блин! Эй, вы, блогеры, все, хватит уже, прекращайте снимать, я вам сказал. Аня, а? Кажется, нам пора смываться. А, да. А ну сейчас же остановитесь и отдайте мне камеру. Меня же могут уволить из-за этого видео. Маша, у меня есть идея. А? Бери пистолет. Куда идти? А? Давай в бассейн! Ха! Решили уйти от меня через бассейн! А ничего, я-то чемпион по плаванию! Я их догоню! Догоню! Всем стоять! Ну я их почти догнал! Надо придумать, от него избавиться! Стоять! Опять из-за этих блогеров вся жизнь под откос! Маш, давай спрячемся в джакузи! Давай! Вон он, смотри, бежит! Вроде убежал. Побежали. Ага, вот же они. Аня, идем сюда. Он уже идет. Идем. Блин, он нас догоняет. Я вас догоню. Ага, попалась. А вот и нет. Получай. Так тебе и надо! Погнали! Огромное спасибо аквапарку Марион! Было очень круто! А вы не забывайте подписаться на мой классный инстаграм! Всех обнимаю и люблю! Еще когда-нибудь я их точно поймаю! Ставь лайк и подпишись на наш канал!